Если за 3 летних месяца вы так и не успели встать на вейкборд, не беда. Вам поможет не друг, не товарищ, а дрон. Не верите? Давайте смотреть. Ну, автор этой разработки — американская компания FreeFly. Специализируется она на создании как раз-таки этих самых дронов, ну и другого различного оборудования для кино. Для дрон-серфинга, именно так американцы назвали этот новый вид спорта, они использовали абсолютно новый мощный коптер с 8 винтами. Аппарат отлично справляется с задачей, даже когда доску разворачивало боком.